Система МАМ-Л – легкий управляемый боеприпас, разработанный турецкой оборонной компанией «Ракетсан», используется для вооружения ударных беспилотников «Байрактар» и «Анка». Эта бомба является облегченной модификацией дальнобойного противотанкового ракетного комплекса и отличается от базовой версии тем, что лишена ракетного двигателя и оснащена оперением для планирующего полета. Полуактивная лазерная система наведения боеприпаса позволяет попадать в цель с погрешностью не более 1 метра. Боеприпасы МАМ-Л способны эффективно поражать живую силу, бронетехнику и инженерные сооружения противника. Благодаря высокоточному наведению и малым габаритам система может быть использована против целей, прикрывающихся гражданскими объектами, что позволяет снизить риск побочных разрушений и потерь среди мирного населения. В настоящее время имеется богатый опыт успешного боевого применения высокоточной бомбы турецкими войсками в Сирии, Ливии, а также азербайджанской армией в Нагорном Карабахе, где система применялась в связке с турецким ударным беспилотником «Байрактар ТБ-2». В настоящее время комбинация МАМ-Л и тактического беспилотного летательного аппарата выглядит наиболее эффективным и экономичным решением. Масса боеприпаса – 22 килограмма, масса боевой части – 10 килограмм, длина – 1000 миллиметров, диаметр – 160 миллиметров, дальность действия – от 8 до 14 километров с применением глобальной системы позиционирования. Типы боеголовок – осколочно-фугасная, бронебойная, термобарическая.